Ваша честь, вы понимаете, мы в нашей деревне петухов обрабатываем специальным раствором от блох, чтобы у них блох не было. А от этого раствора можно получить не только понос и рвоту, а все что угодно. Воскресный обед роковым образом повлиял на жизнь семьи Персиковых. Поев борща, Виктор Персиков и его родители отравились. Виктор и его мать уверены, их хотела отравить Екатерина. Виктор требует развода, утверждая, что Екатерина никогда не любила его, а в брак вступила только ради московской прописки. Но Екатерина с этим не согласна.